В Айхале на этой неделе готовится к проведению чемпионата «Лучшие по профессии Алроса». Первый этап ежегодного состязания пройдет на предприятиях поселка 6 и 7 июня. Лучшие грохотовщики фабрик, те, кто готовит руду к обогащению, покажут свои способности в теории и на практике. От работы этих специалистов зависит многое, ведь качество подготовки сырья влияет и на качество обогащения продукта. В теоретической части будут определяться лучшие работники, знающие теорию ведения грохочения, обслуживания оборудования, правил промышленной безопасности, охраны труда, а также оказания первой медицинской помощи. Во второй части будет проверка практических знаний. То есть это непосредственно выполнение работ по обслуживанию грохотов и ведение процесса грохочения. Будут оцениваться охрана труда, промышленная безопасность при выполнении своих обязанностей, также качество и скорость выполнения поставленных задач. В Айхале мастерство продемонстрируют также электромонтеры, водители ПДМ и большегрузных самосвалов. Чемпионат «Лучший по профессии» будет проходить в Алмазном регионе с 6 по 11 июня. С 8 числа состязания стартуют на мирнинских площадках. В этом году за звание лучших поборются 79 участников из 14 подразделений и дочерних обществ «Алроса».